Алена, можно попроще текст писать, сложно разбирать. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И мы с вами продолжаем изучать новый альбом Алены Швец под названием «Королева отстоя». На этот раз я научу тебя играть песню, которую мне писали очень много в комментариях, под названием «Комплексы». Следующие разборы будут на «Курение убивает» и «Мемы». Если уже вышли эти разборы, обязательно где-то тут вышла подсказка, обязательно их посмотри. Попытаюсь на этой неделе все быстренько разобрать и уже разбирать что-то новое. Ну а перед началом этого ролика я напоминаю, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, и ты мне можешь помочь достичь эту цель, все очень просто. Но сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Этот день я начну с того, что опять себя ненавижу. Да я знаю и точно вижу эти комплексы наперед. Шрамы белые на запястьях заменяю давно мне счастье. Социальную жизнь сласти, вот такой вот во всем урод. Чтоб желудок мой не был полон, чередую ПП и голод. Сколько я себя только помню, я всегда была черт что. Подвисают живот и щеки, руки, бедра, бока и ноги. Все не так, я совсем убогий, скинуть бы килограмм 100. Все, что люди говорят, мой адрес, я превращаю в запись в дневнике. Каждый пунктик намертво врезался в мою кожу, в мою память и сидел во мне. Чистыми слезами капал на футболку, криками подушку вырывался вновь. Вся эта косметика, что от нее толку? Ей нельзя нарисовать к самой к себе любовь. Любовь, любовь, любовь. А перед началом разбора вообще этой песни я бы хотела сказать пару слов. Для кого-то они покажутся банальными, для кого-то покажется, что да, Дарья, это прям вообще в точку. И чтобы как-то прокомментировать вообще смысл этой песни, я бы хотела добавить пару слов о том, что мы с вами все разные, абсолютно не бывает одинаковых людей. Мы все с вами отличаемся по размеру глаз, комплектации, ростом, весом, неважно. И мы все с вами прекрасны благодаря этому, что мы все с вами разные. И это потрясающе. Не нужно комплексовать, что у вас вы слишком высокий. Например, у меня рост 177 сантиметров. Там, вы представляете, да, я высокая мадам. Ну и самое главное, хочу донести то, что не нужно других людей, отличающихся от вас, унижать, гнобить, как-то травить, что сейчас вот стало популярно, да, вот люди травят друг друга. Не надо этого делать. Чтобы быть толерантным к остальным, начните быть толерантным к себе и любить себя, принимать себя такими, как вы есть. Многие факторы в нашем организме, в нашем теле не зависят от нас. Поэтому, пожалуйста, начните себя любить, любите окружающих, никого не гнобите, никого не принижайте, будьте в согласии в мире, всем peace, green peace. Ну а мы с вами начинаем разбирать эту песню. Разбор на укулеле. Песня очень крута, по смыслу это мы уже поняли, но также по аккомпанементу, как всегда, в правой руке, потому что аккорды, 4 базовых на протяжении всей песни у нас повторяются. Как раз начнем с них. Первый аккорд, аккорд АМ, мы зажимаем 4-ю струну на 2-м ладу. Далее мы к этой конструкции добавляем 2-ю струну на 1-м ладу и 3-ю струну на 2-м, и получается аккорд ДМ. 3-й аккорд Фа, мы убираем с этой конструкции 3-ю струну со 2-го лада. Вот вам фа. И 4-й аккорд, аккорд Е7. Мы зажимаем 4-ю струну на 1-м ладу, а 3-ю и 1-ю струну на 2-м. Получается АМ, ДМ, фа, Е7. Это у нас будет последовательность аккордов в куплете, а в припеве мы фа меняем на С. Тут же мы зажимаем 1-ю струну на 3-м ладу. Получается в припеве АМ, ДМ, С, Е7. По аккордам понятно. Что теперь, собственно, по правой руке, бой, перебор, там все дела. Куплет мы с вами играем арпеджио. Все очень просто будет. 4, 3, 2, 1. Как что правильно играть, я рассказывала в видео про перебор по другому арпеджио. Обязательно его посмотри. Здесь же мы будем играть 4, 3, 2, 1 подряд. Один раз на один аккорд. И получается... Теперь, как это будет со словами первый куплет?
Этот день я начну с того, что опять себя ненавижу. Да, я знаю, точно вижу свои комплексы наперед. Шрамы белые на запястьях заменяю давно в несчастье. Социальную жизнь и сласть, вот такой вот во всем урод. Чтоб желудок мой не был полон, чередую ПП и голод. Сколько я себя только помню, я всегда была черти что. Подвисают живот и щеки, руки, бедра, бока и ноги. Все не так, я совсем убогий, скинуть бы килограмм 100. Теперь дальше, что мы делаем в припеве. В припеве у нас с вами начинается уже бой. На первые 4 строчки мы будем играть с вами бой восьмерка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз, чуть медленнее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. И этот бой мы будем играть один раз на один аккорд. Получается. Все, что люди говорят в мой адрес, я превращаю запись в дневнике. Каждый пунктик намертво врезался в мою кожу, в мою память и сидел во мне. Да, вы, кстати, на слова «и сидел во мне» можете также продолжать бой играть. Или же просто сделать удар вниз. Почему, спросите? Потому что на остальные 4 строчки у нас с вами появляется роскерный удар. 8 ударов вниз мы с вами будем делать. Причем они будут неполные, то есть не до конца делаем, да? То есть пум-пум-пум-пум-пум. Легкий такой удар. Не доводим до первой струны. Остаемся где-то на 4, 3, 2. Так вот, у нас будет с вами 8 ударов, но проще это считать будет следующим рисунком. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Еще раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Просто представьте, как будто вы играете на электрогитаре, и вы поймете, о чем я говорю. Когда вы отрепетировали это сначала с голосом, да, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, вы то можете уже говорить по себе. Да, при этом вы можете выделять слово раз, то есть делать для него удар чуть громче. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Эти 8 ударов мы играем один раз на один аккорд на протяжении этих 4 строчек. Получается? Чистыми слезами капал на футболку, с криками в подушку вырывался вновь. Вся эта косметика, что от нее толку, ей нельзя нарисовать к самой себе любовь. Ну или опять же на последний к самой себе любовь можете также сделать на Е7 удар вниз, как вам удобно, в общем. Кому сложно вот эти разграничения по 4 строчкам, да, вы можете тупо играть бой шестерка один раз на один аккорд, но это не будет разнообразно звучать и не будет звучать как оригинал. В оригинале звучит вот прям как сейчас вам показываю. Поэтому смотря какой у вас скилл, смотря на каком этапе, может вы недавно взяли укулеле в руки, хотите научиться это играть песню, то, конечно, вам будет сложновато вот эти разделения по 4 строчкам. А если вы уже давно играете и вы постоянно играйте одной шестеркой, камон, ребята, давайте что-то будем делать интересное. Вот, берите аккомпанемент, как я показываю. И последние 3 строчки, где мы поем слово «любовь», возвращаем тот же самый бой восьмерка один раз на один аккорд. Получается «любовь, любовь, любовь». Да, на Е7 мы делаем удар вниз. Почему? Потому что у нас с вами начинается второй куплет, а второй куплет мы играем с вами арпеджио. Да, вот это 4-3-2-1, один раз на один аккорд. Далее, во втором куплете мы также продолжаем играть арпеджио на 4-3-2-1, один раз на один аккорд. Единственное, на слова «гнев порым захватит тело» мы там с вами будем уже играть опять роскерные удары, уже будет где-то 6 ударов или 8, кому как удобно сложить. В оригинале там, конечно, 6 ударов, один раз на один аккорд, но давайте до этого мы сейчас поступимся и сыграем второй куплет, где нужно играть арпеджио. Получается... Ты никчемна почти во всем, слышать след я уже привыкла, и на все мои просьбы крики так вещает моя семья. Одноклассницы мне в столовой объявили какой-то сговор, нет портфеля и телефон, на щеке задрожит слеза. Вдруг почувствовала я силу, ощутила себя красивой, неуверенность как могила, наконец я могу дышать. И вот на гнев порывом захватит тело, начинаем делать 6 ударов вниз роскерных
сильных ударов, помним, да? Мне в порывом захвате тело, бью вперед, защищая слева. Рассеченная бровь болела, смех грех, мне пора бежать. И дальше мы с вами заново начинаем петь припев, как я вам показывала в прошлый раз. Получается и... Все, что люди говорят в мой адрес, я превращаю запись в дневнике. Каждый пунктик намертво врезался в мою кожу, в мою память, и сидел во мне. Чистыми слезами капал на футболку, криками в подушку вырывался вновь. Вся эта косметика, что от нее толку? Ей нельзя нарисовать к самой себе любовь. Любовь, любовь, любовь. Ну, а когда мы уже с вами спели первый куплет-припев, второй куплет-припев, у нас с вами есть концовка в этой песне, тут будут тупо 4 строчки первого куплета, и также мы с вами будем их играть как арпеджио 4-3-2-1, один раз на один аккорд. Получается. Этот день я начну с того, что опять тебя ненавижу, да я знаю и точно вижу свои комплексы наперед. Вот и вся песня! Если тебе понравился этот разбор, то поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Также напоминаю, если ты хочешь показать мне все свои укулельные старания, то все очень просто. Учишь любую песню или мелодию с моих разборов. И самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтоб я тебя увидела и заметила. А если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь задонатить мне абсолютно любую сумму на Донаталерс или подписаться на меня на Бусти. Вот как делают эти ребята, спасибо им огромное за это. Взамен они получают клёвые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Капец, аж до мурашек спела самой. Такая молодец, не могу. Еще руки, бедра, нога и боки. Нога и боки. Ужас какой еще.